Мир всем. Мир всем. Мир всем. Миром принимаем. С миром. А ты-то зачем залез там в эти? Это лишь еще раз не прибыль. Уже у меня ехал. Брат Сергей Игнатов, рад тебе представить. А что ты боком? Боком. Во, вот так вот. А? Я думал, заболел. Лежа, приветствую, брат Сергей. Спасибо. Я вас не вижу, у меня... Картинка, буква «С» английская висит, и все. Я, наверное, сейчас отключусь. Кстати, как меня слышно? Слышно хорошо, просто ты боком был у тебя. А сейчас хорошо. Я попробую отключиться и снова включиться. А то не вижу вас никого. Чаще стоите на колено, а? Чаще на колено это стоит. Да почему колено? Это вон где. Какие колено? Молюсь, я руку-то опускаю. Это на молитве я каждый раз. Ну тут 700 раз в день ударю по ней. Тут никакая материя не видела. Тут надо кожу. Вот эту шкуру мне туда, а? Сейчас Надежда Васильевна будет просить отключить. Она не отключит. Сейчас будет каша что-нибудь. Поволим. Истины, и жизнесы, и вся исполняй, сокровище благим, и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Благослови наши занятия по сути. Дай нам уклониться ни направо, ни налево, следовать направо, дай правильно уклониться. Палатели, честь и поклонение Отецу. Аминь. 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 Во имя Отца и Сына. Аминь. Книга Откровения святого Иоанна Богослова, 12 глава, 15 стих. И пустил змии спаси своей след жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Толкование. Видя улетавшую от него жену, змий пустил из паси своей
вслед нее воду, чтобы увлечь ее водой. Образ взят из природы, как змей улавливает, пускает яд. И дракон пускает немало воды, а воду как реку. Так сатана бросает на борьбу с церковью все свои силы, всех своих лукавых демонов, извергает из пасти свои потоки лжеучений и антихристианской пропаганды, желая ими потопить истину, утверждаемую церковью. Не удовлетворяясь только словесными средствами, сатана извергает и реки искушений. Убежавшим в спасительную пустыню он предлагает свои губительные воды, дабы увлечь рекой мирских удовольствий. Но и этим не удовлетворяется, и тогда желает подойти. Никита Колесников, микрофон выключи, дорогой. Колесников. Но и этим не удовлетворяется, и тогда желает потопить христиан силой своих войск, которые, как наводящие потоки, устремляются на церковь. Пророк Исаия 8:8, Иеремия 47:2 и пророк Даниил 9:26 говорят. И тогда вполне можно будет приложить слова пророка Исаии 8:8 об Иудее к церкви. Цитата. «Пойдет лукавый по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи и распростертие крыльев ее, два крыла большого орла, будет во всю широту земли твоей, Эммануил». Вопросы? Откровение 12:16. Но земля помогла жене. Земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Толкование. Несмотря на все попытки сатаны уничтожить церковь, Господь ее чудно хранит. При этом он обычно прибегает не к сверхъестественным средствам, но, что подчеркнуто тем, что не небо, а земля помогла жене церкви. Вся история христианской церкви свидетельствует о том, как сами жизненные условия, государственные, общественные перевороты и прочее содействовали церкви в ее процветании и сохранении от бедствий. Земля помогла жене церкви, то дальностью расстояний, то безводием и засухой, то чем-то иным от гонителей. Так часто смертоносные потоки лукавого даже и не достигали церкви, а были поглощаемы внешними условиями и событиями. Земля, данная человеку Богом, Бытие 1:28, помогает ему вернуться к нему. Так, особенно при Антихристе, общественные события и сама природа поглотят истребительные реки гонений и сохранят верных. Об одном особом событии этого рода в кончину века пишет пророк Захария. Цитирую. «И станут ноги его», его с большой буквы, «в тот день на горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большую долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу.
И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила. И вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского. И придет Господь, и все святые с ним. Книга пророка Захарии, 14 глава, 4-5 стихи. Елеонская гора расщепится на две части, и тем послужит ко спасению жителям Иерусалима. Да и сам Господь говорит о времени Антихриста. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Матфея 24:16. А горы поглотят губительную реку и спасти сатаны, и спасут церковь. Можно также усмотреть еще и иное значение этих слов, иносказательное. Под землей можно разуметь смиренномудрие святых. Так Авраам сказал о себе: «Я прах и пепел». Бытие 18:27. Некогда святому Антонию Великому было открыто ангелом, что ничто так не притекает дьявола, как смирение. Смирение святых, вот земля, поглощающая реки сатанинских искушений и обольщений. Стяжи смирение, и ты в безопасности от пасти дракона. Вопросы? У меня вопрос. Цитирую толкователя. Вся история христианской церкви свидетельствует о том, как сами жизненные условия, государственные и общественные перевороты и прочее содействовали церкви в ее процветании и сохранении от бедствий. Вопрос такой. Каким образом государственный переворот сохраняет церковь от бедствий? В моем понимании государственный переворот — это вот революция 17-го года или вот там Майдан на Украине. А как вот, каким образом еще и процветание и сохранение от бедствий? Как мне кажется, в те времена именно церковь претерпевает бедствие. Ну вот можно тут исторический момент вспомнить один. Можно. Ну пока что один. Это когда ком от своего отца этого Аврелия сменил. Аврелий был гонитель христиан. Произошел переворот. Ну, как Аврелий, как говорят, был убит или самим сыном, или приверженцами его. И этот Комод, эти все отцовские приказы, которые давал о гонении на христиан, он их остановил. Мысль и... понятна, да. То есть, понял, да, дальше. Был богопортистский режим, стал более-менее лояльным. Да, то есть это вот один из таких примеров. Ну, то есть вот типа такого. Все. Ну, это да, понятно. Вот. Но здесь прям слово-то такое стоит — перевороты. То есть не смена власть, а переворот, в моем понимании, это революция. Вот. Реки крови обычно свергают крестолюбивое государство такое. Хотя Порошенко показывает, в церкви молится, и Гитлер тоже
Ну, Ленин единственное, что он богоборческий переворот там устроил. Ну, в принципе, если так понимать, что да, смена власти, переворота насильственного, потому что христиане, может быть, да, он и с помощью войны как бы захватил свою власть, но христианам был лоялен, поэтому церковь как-то вот сохраняла. Ну, если... Еще можно? Если так уж глобально брать, то самая мощная революция совершилась, это в 312 году, когда Константин с Максенцием бились, Западная и Восточная Римская империи. И Константин победил, когда крест там был в небе, ну и сим побеждай, было ему как бы сказано от Господа, и он победил. И все, и все гонения, это Диоклетиана перед этим, которые были эдикты все его, гонения на христиан, убийства христиан, священников, ну, разрушение церкви, все были им отменены. И более того, языческие храмы буквально в несколько там десятков лет все обратились в базилики, наши православные, ну, церкви христианские. Это ли не революция в таком плане? Благодарю за ответ. Еще вопрос? Можно я тоже скажу? Нет, я совершенно отдельно. О смене власти. Дело в том, что если меняется власть, как нам кажется, что нас начинают гнать там церковь, запрещать там, разрушать, вот это вот абсолютно не значит, что это не от Бога. Вот и если у нас вот открыты все храмы, и туда ходит очень много людей, и все у нас мирно, это тоже абсолютно ничего не значит, что это все так на 100% Богу угодно. Вот в чем дело. Мы не знаем волю Божью. Вот это вот, то, что нам кажется, это совсем не то, что на самом деле творится. И когда совершаются там какие-то революции или еще что-то, мы всегда все воспринимаем со благодарением и со знаком плюс. Все, что от Бога, все это от Бога. Какая власть ни была. Все со знаком плюс принимаем. Если есть гонение, значит, нам надо это претерпеть. Почему надо претерпеть? Потому что, значит, где-то мы заелись, где-то закушались, где-то отошли от истины. А может быть, была какая-нибудь ересь еще хуже. Поэтому Господь сам знает, что посылать в своей церкви. Вот в чем дело. Это один момент. Вот то, что касается революции, смены власти или там смены, потому что церковь, она всегда, она была, есть и будет, и врата ада ее не одолеют. Здесь есть гораздо интереснее момент. Вот смотрите, жена бежит в пустыню, в край безводный, где, в общем-то, жизнь очень тяжелая и как бы воды там нет, да, в пустыне, как всегда. И что делает дракон? Он пускает воду. Вода, она в пустыне вещь настолько необходимая, да, вот, то есть, как говорится, вода – это жизнь, да. И дракон, наоборот, он чем искушает? Он пускает воду в пустыню, чтобы поглотить жену и поглотить церковь, как бы водою. И что? И земля поглощает эту воду, земля. То есть, то, что естество, природа, то, что дано Богом, естественно. Вот сейчас, например, считается, что нужно вот угождать человеческой плоти, да? Появились разные страшные ереси там на Западе, женское священство, там женские Евангелия, там вот это вот как они называются, я даже забыл, выговорить не могу, что феминистские, вот то, что меняют священное писание, начинают гнать христиан за то, что они не принимают это. Вот это вот все как бы показывает людям, что это хорошо, но это все противоестественно, это вот чуждая вода, которая будет поглощена землей, тем, что естественно, что дано Богом. Вот как бы мне вот, это вот мое личное мнение, оно может быть неправильно, может быть где-то глупое, еретическое, но вот как-то мне вот так кажется. Спаси Господи. Так, и еще вопрос. И
Игнат Тихонович, вы хотите по этому поводу? Можно. Давай. Вот сейчас Сергей говорил об этом, да и упомянул об этом Игорь. Вот, это ложное учение вода. А теперь естественное поглощает, естественно, это не совсем даже не состыковывается толкование. Земля – это грех. Почему? Проклята земля. Вы почему-то ни один об этом не говорите. И когда говорится, растлилась земля перед потопом, Ян Златоуст говорит, не земля. Это люди превратились как бы грязь ком. Просто грязь и все. И когда Израиль был развеян, говорит, как сухой ком растоптали и веником размели по всему миру. Грязь. А земля называется и хорошие, и плохие, потому что на иную землю пало там одни сорняки, и в другом месте тоже плода не принесло, мало земли было. А вот в данном случае как раз река и поглотила. Они выпускали миллионы брошюрок, а верующие-то не брали. Они их сами поглотили. Выпускали фильмы атеистические. Выходил журнал «Безбожник». Но когда в 43-м году, это в сентябре месяце они там были, у Сталина с Берией встречались там, Алексей Симанский, Алексей Первый там. И когда открыли тюрьмы, оставшихся священников, архиереев выпустили, журнал «Безбожник», он так назывался, «Безбожник», его сразу прихлопнул. Больше его не было. И гонение такое, в то время, во время войны, прекратилось. Церковь заняла патриотическую позицию. Ну, я говорю их языком, как бы, освобождение Родины и прочее. А все, что до этого они выпускали, говорили, земля поглотила. И все эти спектакли безбожные в школах, там они ставили суд над Богом, там чего только не было. Это все ушло сразу. Почему? Бог. Бог видит, что чаша наполнилась, кровь уже бурлит через край и остановилась. Теперь главные гонители, которые были, они занимали какие-то посты, как Аркадий Гайдар, им не разрешало прятаться нигде, на фронт шли. А на фронте, ясно дело, пуля, взрыв, они не разбирают, да попали некоторые еще и в блокадные Ленинграды. И поэтому они выпускают, притом не два экземпляра. Вот выпустили, допустим, там о 22-м съезде Хрущева, около 2 миллионов экземпляров. Бесплатно вместе газете приложение было. Ну, это не тысячный экземпляр, это река. И земля поглотила. Я гляжу, что совсем на это не обращает внимания, потому что этот мутный поток смелись при лавках именно неверующие. Неверующие. Вот это небольшая как поправка, но она много в себе несет. Отошел. Благодарим. Книга Откровений, 12 глава. Так, 16 стих, да? Или 17? Моего там еще нет, я только запомнил. 17. Да, 16 прочли. Откровение 12:17. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Толкование. Так всегда бывает, когда жертва уходит неуловленной, то гонителя охватывает дикая ярость и злоба, которую он готов выместить на любом, кто ему попадется. Христианские сыны-мужи восхищаются от преследователя дракона к престолу Божию, улетают на крыльях большого орла. Тогда сатана-дракон пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. В отличие от того сына мужа, рожденного женой, прочими от семени ее называются просто верующие, живущие в миру. Они не столь мужественны, не являются красой церкви, их не называют святыми, они занимаются мирской деятельностью и не столь резко выделяются из общей массы. В определенной степени они привязаны к земному, но тем не менее
они тоже от семени жены церкви, тоже крещены тем же духом, тоже тело. 1 Коринфянам 12:13. Они тоже чада церкви и являются сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Они подобны тем 7000 израильтянам, которых не знал пророк Илия, но знал Бог. 3 Царств 19:18. Не имевшие свидетельства пророка, имели свидетельство Божие. Иц. Чадолюбивая мать не отказывается от этих своих чад, ибо они от семени ее. И дьявол не считает их своими, ибо они не преклонили своих колен перед ним и вступают в брань с ним. Но из них, пишет Андрей Кисарийский, многие победят его, ибо истинной любовью возлюбили Христа. Вопросы? Вот. Ну вот я, когда читаю, есть такая книга «Не святые, святые». Ну что читал, там вот как раз рассказ от этих вот людях, живущих в миру, трудящиеся, их вроде никто и не замечает. И вот священник из Болгар рассказывал про маму свою, тоже прямо аж до слез. Советую посмотреть этот ролик. И книга, ой, книга, фильм еще, притчи там, тоже на наш православный составили. Тоже монах сошел к одному, а тот благодетельный был, мирянин-то. И постоянно им там жертвовал, а жена его роптала, что ты этому. И вот, своих детей на себе тащит, а чужих, да этого еще кормишь монаха. Вот. А он так кротко отвечает, ну он же ведь молится за весь мир. Фильм такой с юмором наш тоже. Вот эти вот три момента всплывают. Можно вопрос здесь зарисовку такую в вопросе? Вот тут написано, те, кто от семени ее сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа. Ну тут говорится о рожденных свыше людях, которые хранят это. Ну как были иудеи, которые хранили до смерти книги Божьи, все, что пророки там оставили в Ветхом Завете. Так и здесь те христиане, которые живут Словом Божьим, я так понимаю. А здесь говорится о тех, кто живет в миру, как бы знаешь, это как бы говорится так, ну и вы тоже там, и прочие, знаешь, как артисты. В главных ролях, а там еще кто-то там снимается, там в этих, на втором плане там. И здесь то же самое, и который раз вот, и у Филакта Болгарского тоже, когда говорится о трех видах земли, то тоже говорится, что самое плодоносное, которое дает 100 крат, это монахи. А самое-самое там, ну, 30 крат, ну, то есть вот, очень маленькое, это миряне, которые живут в миру. А здесь не написано, нету этого деления. Здесь говорится о людях, свидетели Иисуса Христа, которые сохраняют заповеди Божьи. Но вот не так давно у нас было занятие, и там сказали, что заповеди Божьи, ну то есть каноны церковные, они вообще на 35-м месте. У нас не на 35-м месте они, на 350-миллионном месте эти заповеди все. Кто их хранит-то? Монахи это... Ну, монахи, кто такие монахи? Давайте разберемся. Ладно, монахи, священники, там, архиереи, это высочайшая земля, самая плодородная, к примеру. Ну, так они первые-то и должны говорить нам о заповедях, то есть каноны, которые нужно сохранять. По идее, мы заповеди, как говорит Златоуст, вам вообще, люди Евангелия, не надо. У вас совесть есть. Вы должны видеть, как правильно поступать по совести с братом своим. Ну, и так далее.
Но, однако, Евангелие есть. И то же самое можно сказать и здесь. Зачем нам каноны-то? Мы должны же, как христиане, поступать по заповедям. И все. Нет, каноны церковь установила. Каноны запрещающие. Причем и к архиереям, и к священникам, ну и, конечно, к мирянам тоже. Самым таким непутевым. Однако больше всего канонов, то есть заповедей, которые церковь установила, именно к священнослужителям. Почему? Да потому что они учители, от них зависит все. Чтобы мы не забыли, как эти заповеди соблюдать. И вот у меня вопрос. Почему именно вот толкователи вот здесь, ну и кто из этих толкователей, почему все время так настаивают, что миряне, они намного хуже, чем вот сохраняющие все священники и монахи? Потому что написано, не женатый заботится о том, как а женатый о том, как угодить жене. Это написано, и от этого никуда не денешься. Действительно так. Вот. Другое дело, как получилось-то. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Но наше оно выше всегда, потому что так написано. Вот это вот мой ответ в Писании. Больше я ничего тут не... Нет. А другое дело, что они там за весь мир молятся, и там у них там золотые унитазы, теплые полы, это другое дело. Вот. Бог им судья. Но однако. И 144 тысячи девственников, об этом тоже Писание говорит. О монахах речь идет. Не о женатых людях. Краса церкви, которые победили себе вот эти вот плотские страсти. Тоже про это говорится. Другое дело, что монахи сегодня не тем занимаются, это второй вопрос. Но если бы они шли бы на благовестие, шли на проповедь, они гораздо бы больше пользы принесли, чем семейные. Ну куда ты семью бросишь, 10 ребятишек, пойдешь на благовестие? Да нет, конечно. Ты будешь их кормить, будешь пахать. Что, барабаш пойдет на благовестие? Картошку-то делать не будет? Вот. Нет, конечно. Ну, тогда вот это имеет вопрос. Тогда дальше-то вопрос идет. Ну а где тогда священники и архиереи, косяками идущие по улицам нашим с благовестием? Да, это другой вопрос. Ну тогда спаси Христос, все понятно. Раз другой. Другой вопрос. Где? Нигде. Вот разленились, обмерщились, и вот эта теплохладность, вот это, и прельщение вот эти вот. В советские времена был дефицит, было как бы скорби были, ничего не достать, там как-то голодали, там, все там по блату доставали. Сейчас сатана другую реку пустил. Изобилие, круглосуточные магазины, попробуй пойди там, не переешь, не купи, когда все открыто, все в свободном доступе. И изобилие такое товаров всяких, заморских и вот. Можно я как бы можно я немножко как бы скажу, ну вот, зарисовку. Сегодня по городу шел, и вот духовное, у нас духовное училище, ну, семинария, посреди города Барнаула находится. Ну, прямо напротив стадиона «Динамо». Да. А уже все сразу обнесли железной оградой, все это училище. Все. Все завалено снегами, ни одной живой души. Ну хотя бы, ладно, сами священники не могут брать. Но семинаристов бы выпустили, они молодые. Они такие активные, эти семинаристы. Если их куда правильно направить только. Ну направили бы, пускай бы они рядом там в центре города стояли на улице. И людям, ну хотя бы что-то рассказывали о Христе. Ну ради интересу хотя бы просто. Ну можно же так сделать. Если сами священники не могут, они там с семьями. Эти-то уж точно без семей. Но и этого не видим мы. То есть нету просто научения. У меня такое впечатление, как будто люди, они вообще о проповеди ничего не знают, которые в церкви у нас сидят. Они не понимают, что такое рассказ, а как они уверовали во Христа другим людям. Это только может человек, который ничего этого не прошел, не знает, и всегда отказывается отрицаться и говорит, да, этого быть не может, это никогда не может быть. Ну, конечно, когда ты сам не испытал, это не может быть. Вот ты вот идешь на благовестие. Почему ты идешь на благовестие? Вот было 30 градусов морозу, ты меня тащишь на благовестие. Я говорю, я даже ботинки не одел. Ты говоришь, ну, благовествовать надо.
У меня совесть уже, да, действительно, а что ты не одел уже в совесть? Ну почему ты? Вот брат же подумал об этом, вот он тебя везет. Давай иди мерзни сейчас. Вот, все. Почему? Что заставляет тебя тащить и другого еще человека на благовестие? А самому рваться туда прям, ну скажи. И другие есть. А что вот брата Никиту побуждает орать там стоять людям? Уверуйте во Христа. Мне за него стыдно, честно признаюсь. Я стою, и у меня уши покраснели. Думаю, брат так орет-то людям там, ой-ой-ой. А потом на себя подумаю, думаю, а я-то как тоже иной раз ору. Мне говорят, что ты орешь? А он так хорошие слова кричит. Уверуйте во Христа. Думаю, ну что его заставляет так кричать громко? Думаю, надо самому как-то попробовать. Попробовал, так тебе за меня стыдно стало. Ты говоришь, я этот ролик не выставлю, ты там так орешь. Могут неправильно подумать. Ну что заставляет это? Ходить и кричать о Христе другим людям. Смотри, вот иностранцы, как они там прям надрываются, над ними смеются там все. А он стоит и говорит о Христе. Христос, Христос, все. Апостол Павел, уж сколько битый был везде. Что заставляет людям говорить о своем уверовании во Христа? Ну только то, что это было с ним, с этим человеком, и все. А если никто из священников... Так, короче, брат, закругляйся, долго очень. Но не говорит об этом. Значит, не было этого вот с ними. Благодарим. Так, идем дальше. Откровение, 13 глава, 1 стих. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные». Толкование. Можно себе действительно представить, что Иоанн, находящийся на острове Патмосе, стоит на берегу, на песке морском, и вот то, что он видел, реально переплетается уже с видением духовным. Или же все это происходило в видении, из моря житейского, всегда волнующегося и много метущегося суетой и грехами, из моря земных народов увидел Иоанн выходящего зверя. Кто этот зверь? Этот зверь, по верованию церкви, есть антихрист. Здесь необходимо указать на ряд неверных пониманий того, кто будет антихрист. Неверно понимать, что антихристом будет сам сатана. Сатана не может, по примеру Христа, воплотиться, да и Писание ясно различает сатану и антихриста. Двоеточие, цитата. «Дьявол ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк». Откровение, 20 глава, 10 стих. И апостол Павел называет антихриста человеком греха. 2 Фессалоникийцам 2:3. А не сатаной. Так разумели и святые отцы. Святой Иоанн Златоуст, цитата. Кто же есть сей? Не сатана ли? Нет. Но человек некий, всякое его приемлющее действие. Святой Ефрем Сирин. Сирин. Не сам же родится сатана, но в образ его приидет прескверный, как тать. Той Иоанн Дамаскин. Не сам дьявол будет человек, но человек по Господню во человечению, да не будет, но человек из блуда родится и поднимет все действия сатаны. То есть антихрист не сам сатана, но человек, в которого вселится сатана, и который будет всецело орудием сатаны в кончину века. Неверно понимание, что антихрист – это некоторое отвлеченное понятия вроде отступления, безбожия, ереси и подобного. Этому противоречит ясное указание апостола, что антихристом будет человек греха. 2 Фессалоникийцам 2:3.
О нем Писание говорит как о человеке в единственном числе, которому присущи действия конкретного человека. История христианства полна таких примеров, когда люди, цитирую, имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Римлянам 10:2. И в определенных событиях и явлениях, как, например, римское папство, реформа патриарха Никона в России, революции, видят пришествие Антихриста и его царство. Как правило, сами же исторические события полностью и опровергают эти мнения. Так, например, даже российского царя почитали за Антихриста. Но вот прошло уже более полувека, как свергнут царь в России, а история идет своим чередом. Также неверно понимание, что некоторые нынешние государства, где процветает атеизм и безбожие, являются уже наступившим царством Антихриста. Это опровергается хотя бы уже тем, что все действия Антихриста, которые мы далее увидим описанными, еще не наступили. Все большее развитие греха, нечестия, ереси, лжеучений, безбожия есть то, цитата, отступление, о котором пишет апостол Павел, 2 Фессалоникийцам 2:3, и которое предваряет и приготовляет установление в мире самого Антихристова царства. Неверно и то понимание, что Антихрист – это один из ранее бывших на земле правителей. Пример приводят Нерона, Домициана, Наполеона, Ленина. Во-первых, сама жизнь этих людей показывает, что не совершили они того, что сказано в Писании об Антихристе. Иные на основании таких мест, как 13 глава 3 стих, 17 глава 8, 11 стих, считают, что воскреснет кто-то из людей, подобных названным, воцарится и будет антихрист. Это неверно хотя бы уже потому, что сатана не может никого воскресить. А указанные места церковь толкует иначе. Личности же, которые своей деятельностью наносили великий вред церкви истине, которые преследовали христиан, уничтожали народы, ввергали миллионы людей в пучину лжеучений, ереси, прелести, обмана, греха и нечестия, безбожия и неверия, должны рассматриваться как предтечи Антихриста, приготовляющие ему путь. Писание иногда говорит о многих антихристах. Далее цитата. «И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов». Первое послание Иоанна, 2 глава, 18 стих. Еще более ясно об этом сказано в 1 Иоанна, 4 глава, 2, 3 стих. Цитата. «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже в мире». Таким образом, надо четко различать того Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и его дух, который и теперь есть уже в мире, а потому и теперь появилось много Антихристов. Дух Антихриста и теперь уже в мире, и действует он в сынах противления, которые по духу действующими в них, и сами называются антихристами. В кончину же века придет тот, чей дух действовал во все века. О нем говорил Христос,
противопоставляя его себе. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 43 стих. Тайнозритель видит зверя Антихриста, выходящего из моря. Писание приоткрывает нам еще конкретнее, откуда именно придет Антихрист. Когда умирал патриарх Иаков, то он собрал своих 12 сыновей, благословил и пророчествовал о будущем их потомков. Цитата. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник упадет. А помощь твою надеюсь, Господи». Книга Бытие, 49 глава, 1 и 17 по 18 стих. Через Дана, древний змей, сатана ляжет на дороге, которой Бог ведет людей ко спасению. Это и есть тот змей, который будет жалить спасителя. Геннадий Фарс. Питу. Бытие 3.15. Антихрист будет вести войну со святыми и победит их. 13 глава 7 стих. Так Иаков из глубины веков провидит, что от Дана придет Антихрист, как бы содрогается и восклицает: «На помощь твою надеюсь, Господи». И Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своею. А Дане сказал: «Дан, молодой лев, который выбегает из Васана». Второзаконие, 33 глава, 1 и 22 стих. Так от Дана в кончину века выбежит молодой лев, рыкающий, ища кого поглотить. Это об Антихристе. Приходящими от Дана видит бедствие Антихристова времени и пророк Иеремия. Цитирую: «Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля. И придут, и истребят землю, и все, что на ней, город и живущих в нем». Пророк Иеремия, 8 глава, 15-16. Так и пророк Амос говорит о времени Антихриста. Цитирую: «Тот день и стоевать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: „Жив Бог твой Дан, и жив путь в Версавию“. Они падут уже и не встанут». Книга пророка Амоса, 8 глава, 13-14 стихи. Вопросы? Вот у меня вопрос: что такое самарийский грех? Кто-нибудь может ответить? Главное, они им клянутся грехом. Это вот такое сочетание, прям клясться небом, там, землей, а тут он прям грехом клянутся. Это вообще не хочу говорить. Самарийский грех. Самария. Это город, который был образован 10 коленами, когда они отошли от Давида. От, вернее, не от самого Давида, а от Раваама. Разделилось тогда израильское государство на две части. Этот, Иуда и Вениамин. Одна часть в Иерусалиме осталась, а 10 других частей отделились от них. И вот
Самарии был этот самый еще один храм воздвигнут, и там поставлен золотой телец. Сначала там, потом еще в одном месте. И туда ходили поклоняться. Вот мы вспоминаем книгу Тавита, когда Тавит говорит: я не ходил туда, не поклонялся этим тельцам. Я здесь, в Иерусалим, ходил, хотя жил он там, в 10 коленах. Ходил, говорит, все время в Иерусалим и приносил 3 десятины. За это, говорит, меня очень сильно гнали своих же соплеменники. Вот и клянутся этим грехом. И неоднократно Господь через пророков упрекает этих 10 колен и царей, которые там были, и основателя самого. Почему ты это сделал? Почему ты народ духовно разделил? Ну, приблизительно. А тогда это может еще объяснить, что такое дальше. И жив путь в Версавию. То есть жив Бог твой дан. То есть это эти говорят, которые клянутся. И жив путь в Версавию. Ну вот два было золотых тельца поставлено. В двух местах. И в Версавии тоже, видать. Так, ну продолжаем толкование. Благодарю. Указание на происхождение Антихриста. Подожди, у меня тоже вопрос есть. А, ну давай. А где наш любезнейший брат Малыш? Он 13 глава. Мы, значит, проходим. Он обещал устроить здесь нам ужас. Вот, и, так сказать, а мы ждем, и ничего не происходит. Где же он сегодня? Я тоже жду. Ну, я еще, он меня заинтриговал, я думаю, что же он так, это 13-й плодой, вот что-то произойдет, и вот, Игнатий Тихонович. Какие-то горизонты нам открыть обещал такие, что мы не видели. Игнатий Тихонович, сейчас говори. Только что позвонил батюшка из Потеряевки. Роман выехал на машине и повез Любу Минаеву. У ней какой-то приступ, то ли камни, или что. Попросил помолиться. Люба Минаева. А тут только что позвонила из больницы Любовь Петровна наша Брыткова. Тоже на операцию. Две любви и остались без любви. Так что Роман сейчас в дороге. Надо помолиться за него, чтобы Господь его сохранил. Потому что зимняя дорога и понятно. А хорошо, это ехать где-то 56 километров. Помоги, Христос. Так. Продолжаем. Указанием на происхождение Антихриста от колена Данова служит и то, что из колена Данова отсутствуют запечатленные печатью Бога Живого. Откровение 7 глава. Из колена Иудина были помазаны израильские цари, и от него воссиял Христос. Из колена Данова грядет Антихрист. От евреев пришел Христос Спаситель, от евреев же придет Антихрист Губитель. Все основные силы неба и ада проявляются в мире через евреев. Еврейский народ находится в сердцевине всего человечества и его истории. Святые отцы указали не только на происхождение Антихриста из колена Данова, но и на то, как он родится. Так святой Ипполит Римский пишет: «Спаситель мира, желая спасти род человеческий, родился от непорочной и девственной Марии. Подобным образом также и дьявол придет на землю от нечистой женщины, родиться в обольщении от девицы». Слово о кончине мира, 22. Ефрем Сирин, цитирую: «Поскольку Спаситель, вознамерившись спасти род человеческий, родился от девы, то и он, враг, умыслил восприять образ его пришествия и прельстить нас. От оскверненной девы родится его.
орудие, то есть его врага орудие, двоеточие, но сие не значит, что он воплотится. Придет же все скверный, как тать, как вор. Слово 38 на пришествие. Так Антихрист родится от скверной жены блудницы из еврейского народа по провидению от, в кавычках, девы из колена Данова. Начиная со своего рождения, Антихрист во всем будет уподобляться Христу, и тем справедливо называется Антихрист, ибо «анти» означает по-гречески «вроде», «вместо». Вот, у меня вопрос. То есть я почему-то «анти» считал, что «против». Не «вместо», а «напротив». «Анти». То есть противоположное совершенно. А здесь как бы вроде, то есть мнимое такое, это разный совершенно смысл складывается. Вот. Одно дело подмена, то есть он, ну вот артист, он играет какую-то роль. То есть он хочет быть похожим, но все понимают, что это артист. Вот. А анти, то есть он, ну, борется, он совершенно как бы не подражает. То есть он совершенно противоположный. Если тот добрый, этот злой, если тот светлый, этот черный. А артист, он может быть сам черный, но играет светлого человека. Или сам светлый, а играет какого-то злодея. Вот тогда вроде или вместо. Вот. Так вот, и вот Антихрист, он будет против христиан или вместо, или он будет как бы вот, ну как, играть роль Христа. Понятно, что он будет как бы выдавать себя за Бога, но за какого, опять же, Бога? Бога, который все разрешает, все вот эти вот мирские удовольствия, подобные все эти грехи, что ли? Кто может вот ответить на этот вопрос? Можно я еще больше запутаю этот вопрос? Можно. Путай давай. Ну, почему евреи сейчас Христа не называют именем Христа? Они вообще говорят о нем в третьем лице, там, в каком-то. Тот, который там и так далее, от блудницы рожденной. Они вообще не говорят имя Христово. Вот отсюда надо разбираться, почему. То есть это, ну, то, что ты спросил, так или не так. То есть это не просто там, они даже не хотят Христа знать. Не то, что там будет против Христа или за Христа. Или... Его нету Христа. Помнишь, как у Воланда? Эти спрашивают, так что, и Бога нет? Нет, а сатана тоже нет, никого нет. И ты неправильно, говорит, поэму написал. Зачем ты написал, говорит, Христа как живого в этой поэме? Ты напиши так, что как бы его нету. Понимаешь? Поэтому они к этому стремятся, что Христа вообще нету. Поэтому тут, что написано, это точнее будет. Не противоподражание Христу, а своя злобная миссия, которую сотворил сатана и вложит в этого человека. Лжец и человека-убийца. Все. Как тут что против, не против, тут непонятно даже. А, ну почему? Да, смотри, слово «вместо», вот они все евреи ждут мессии. Мессия пришел, свои его не приняли. И Христос говорит, пришел во имя Отца, не приняли. Иной придет, его примите. То есть они его вместо Христа примут, антихриста. То есть ошибутся, ошибка такая будет. Тогда понятно. Вот это правильнее все. Вот это правильнее, конечно. Да. Потом у них остаток спасется, а потом у них пелена с глаз спадет, как бы покрывало. И они тогда узрят того, кого пронзили. Вот. Понятно. Но и тем не менее, если фон антихрист, он тоже будет гнать церковь, будет гнать христиан. Не просто он будет говорить, да не верьте там. Не было какого-то, никакого Христа, а прям будут физически истреблять, я так понимаю. Только духовно. Духовно у них не получится, а он же злобный, тогда вот он. Ну не написано, как это будет, но вот фильм-то вот этот, как он называется, 666, по-моему, фильм, который об Антихристе вот рассказывает. Ну, такой уже лет 10 назад снятый. Вот там показано, как это будут. Будут
Слово Христос произнести нельзя будет. Да. Час прошел, с Божьей помощью. Если сначала вот по толкованию, вот поэтому, кто-то, может, еще хочет вот высказаться на место и против. Вот, смысл-то разный, конечно. Или он будет и вместо, и против, и обманывать будет, и прям и напрямую, как бы, злодействовать действует. Я почему спрашиваю, потому что... Ждениями. Так, кто говорил? Игнатов, я сейчас громче говорить буду, но видео отключу. Говори, слышим тебя. Такой вот момент. Действительно, я до настоящего времени как-то даже мне в голову не приходило заменить слово «анти» греческими «вроде» и «вместо». И у меня прям открытие произошло. В самом деле, если часть евреев и действующих по сей день не верит в пришествие нашего Иисуса Христа, которое было 2000 лет тому назад, то вполне естественно, логично, что когда придет этот антихрист, которого они будут воспринимать как настоящего Христа, организует гонение на настоящих истинных православных христиан. Ибо они, по их мнению, будут как бы лжецами. История знает такие явления, когда люди, обманутые слепыми вождями, как Ари, воспринимали его истинным христианином, а тех, которые православных христиан противостояли этому, их воспринимали как еретики. Так вот и нас получается, что будут воспринимать во время пришествия Антихриста как те вот еретики, которые заблудшие и к тому же вредные для них. Ибо мы ж не будем молчать, а будем развенчивать этот миф о том, что пришел Христос, когда придет под его именем Сатана, Антихрист. Вот такое у меня суждение. Отошел. Благодарим. Так, пожалуйста. Мама дорогая, можно? Можно. Иудаизм, ну, я имею в виду фарисейство, которое вот сейчас вот, оно имеет основную власть. Оно в течение двух тысяч лет старалось готовить почву для того, чтобы встретить Антихриста, встретить своего мессию, мессию, который нужен им. Как сказал Христос, меня не принимаете, но кто придет во имя свое, того примите. И не просто они вот пытаются, а готовят почву, именно искусственно. Готовят почву, подготавливают сознание людей, подготавливают материальную базу, вот, подготавливают все. Кроме того, даже сознание христиан, особенно вот есть евреи, которые уже сейчас в конце веков стали принимать Христа как своего спасителя, и они с этим бороться ничего не могут, как бы иудеи. Ну что они начинают делать? Они говорят, хорошо, верьте в Иисуса как Спасителя, в Ишуа, но согласитесь, что Он должен прийти вот в конце веков, и как для вас, так и для иудеев. И Он один и тот же. То есть Антихриста выдать за Христа. То есть все, что возможно, они стараются так, чтобы люди приняли Антихриста. Все. Вот в чем дело. А то, что он вместо Христа, они хотят, чтобы вместо Христа, а то, что он противник, он само собой противник. И сейчас апостол говорит, и сейчас появилось много антихристов, только то есть те, которые противятся Христу, пытаются обольстить, отвратить от Христа любыми способами. Так и сейчас, это было всегда и всегда будет. Все. То есть дух Антихриста, он не исповедует Христа, пришедшего во плоти. Он говорит, что он когда-то еще будет.
Да, да, да. А вы, христиане, говорили, что он уже... И мало того, чтобы, смотри, Сережа, чтобы обольстить вот евреев, еще раз, тех, которые вот сейчас верят, что Иисус это Христос, который обещанный, который распялся за нас и омыл кровью, чтобы даже их обольстить. Вот. Что иудеи делают? Говорят, вы хорошо верьте в Иисуса, но только признайте, что вот он должен вот в скором времени прийти, вот как плотской мессия, и сесть в Иерусалиме. Спутайте его с Антихристом и все. Чтобы поклониться только Антихристу. И этим пытаются запутать. Такая ситуация. Да, и вот эти вот как раз чем-то опасно, вот это вот ересь, вот тысячелетнем царстве, это тоже, да, придет Антихрист, и они его примут как Бога, как Христа, и вот все у него в головах ждут, что церковь будет восхищена, гонений не будет, христиан гнать не будет. А когда начнут истинных христиан гнать, они, да, это еретиков гонят, это правильно они делают. И у нас уже такое было, еретиков на костре сжигали, и христиане махали руками, да, и по делам им, еретиков, так им и надо. Вот, попустил же Бог такое в свое время, знаем мы эти исторические времена. Значит, понятно, ну, как бы, вроде проясняется. Еще желающие высказаться по этому ли поводу или задать вопросы, пожалуйста. Ну вот еще это Господь говорит, вернее, апостол говорит, вы не во тьме находитесь, братья, не во тьме находитесь. Ибо уже все сказанное спасение было сказано. Поэтому я думаю, что искренно верующие, о которых говорится, вот, что заповеди соблюдают, и Господь дарует им эти силы увидеть это пришествие. Конечно, бы хотелось тут Романа Малыша сейчас увидеть, что бы он сказал. У него все время какие-то нестандартные мысли. Но, да, но вот он чем, почему он ждал 13-ю, это вот эту главу, доказать, он, давайте вспомним, он хотел доказать, что печати уже ставятся. То есть посмотрел ролик, я тоже был облачен в свое время этим роликом, покаялся, что незримо, лазером, при фотографировании печати уже человек, все, его обманули. Как говорится, развели лоха. Но Писание нам говорит, вы не лохи, вы христиане, вам открыто все будет, что это не так будет, будет осознанное отречение от Антихриста, словесное и делами. Вот такое помутнение у брата. И сегодня вот мы рассуждали с братом-то как раз, вот, как так, и добродетельный такой, и отзывчивый, и молится, и постится. И вот дух лжи вошел и мучает его. А потом мы поняли, а поэтому вот он на него-то и напал, что вот он такой вот и добрый, и это. Других-то не... Вот надо как-то вот... Можно еще вот заметку сказать на этот счет? Вот как только сказал Игнат Тихонович, что он... поездки по такому доброму делу. И я сразу подумал, думаю, ну не успеет он доехать до этих занятий, и не будет его на этих занятиях. Сатана даже вот этим образом отбивает его от того, что он сам-то не читал это толкование, которое собрал Геннадий Фаст, святых отцов. Если бы он это читал, он бы тогда, ну, задумывался хотя бы немного, вот как мы сейчас рассуждаем, для кого-то откровение, кто-то для себя новое подчерпывает, кто-то говорит прекрасно. Ну, то есть, чтобы потом дальше проповедовать другим людям. Все это есть, а его нету в этот самый момент. Прям, ну, действие видно, что лукаво в этом всем. Ну, дай Бог, чтобы добродетель брата восторжествовала и сестра здорова была. Ну, вот еще, вот я не знаю, вот говорят, благими намерениями дорога вымощена лад. Мне немножко как бы непонятно... Вот это вот пословица и фраза, благими, так почему в ад, как? И вот тут волей-неволей подумаешь, он доброе дело делает, сестру в больницу везет. А вот то, что вот ему для души как бы спасительное, вот это вот 13 главу он так ждал, и вот
блокировал его, или Бог не допустил, или сатана ему вот это доброе дело дал. Все, там больше никого не было в деревне, кто бы мог отвезти, нету вот именно. И вот удивительно, что такой добродетельный брат, у другого надо уговаривать, другому даже и подходить-то, как-то неловко, зная, что он не шибко разбежится на доброе дело. А Роман не такой, он что бы ни попросили, он тут же... Подхватывает, подхватывает, носилки не дает, чтобы упали. Да. Так, ладно. У меня вопрос, можно? Можно, да. Значит, ну, во-первых, так как нет Романа, я хочу за него заступиться. Значит, я против Игоря Дубунова. Почему? Потому что мы не имеем такого права осуждения. Тогда, когда этого брата нет, мы его не можем судить. Это право Господа, это во-первых. Во-вторых, значит, у меня вот такой вопрос к Игнатию Тихоновичу. Значит, так как у нас город закрытый, значит, нам официально объявили, что с января месяца будут у нас вручать мировые паспорта, значит, ОЭК. Как вы к этому относитесь, Игнатий Тихонович? Я не знаю, о чем говорить и как я могу ответить. Ну, мировой паспорт, вот эта серенькая, пластиковая карточка, будут у нас уже вручать. У нас город закрытый. И нам уже официально объявили. Ну и что? Как вы к этому относитесь? Не знаю, я не видел паспорта. Какие они? Если просто меняют паспорта, каждый раз была смута, ничего в этом нету. Они делают так, что, может быть, старые паспорта уже подделали сотни людей. А так сразу это и немцы делали, и русские. Она говорит, как пластиковая карточка будут паспорта. Как пластиковая карточка. Универсальная карта, то есть мировая. Другие паспорта боялись. Ну что совсем-то? Какая разница? На чем она будет? Не вилами на воде-то? Никакой разницы нету. То есть малыш Роман утверждает, ни в коем случае эту карточку не брать, потому что ты пойдешь в ад. Правильно? И ты за него сейчас заступаешь. Я заступаюсь, потому что очень много информации такой, потому что имеем уши и не слышим, имеем глаза и не видим. Про это очень много говорится и в интернете, про это очень много говорится. Сам да это выступает. страшилки. Ну, примешь ты эту акцию. Вот сейчас, вот смотри, вот сейчас говорят, что страшилки. А если это будет? Мне не всем открыто, понимаешь? Даже великие старцы, вот которые вот у нас, великие старцы, допустим, да? Значит, даже им не все открыто. Почему мы можем утверждать, что так будет или не так будет? Мы не можем так утверждать. Мы не провидцы, понимаешь? Это все у Господа. Господь кому-то открывает, кому-то не подожди, открывает. Стоп. Ты говоришь, ты сама себе противоречишь. Мы не провидцы, но сами уже у вас провидение, что принявший эту печать пойдет в ад. Так вы и судьи-то, понимаешь? И тут же говоришь, что судить грех, и тут же осудила тех людей, которые примут эту УЭК. Осуди Игнатия Тихоновича, что я тоже смотрю. Я не осуждаю. У Игнатия Тихоновича паспорт. Я сейчас говорю совсем про мировой паспорт. А какая мировой разница? А это какая разница? Это две больших разницы. Как, мировой каких? Паспорт вручается объясняй, тогда, каких? Когда... Сергей, мировой паспорт вручается тогда, когда человек официально приходит, и, значит, его специально фотографируют, специальным оборудованием. Кстати, вот Роман вывел там, ну, про это очень много писали, про это очень много говорили. Ну, перекрести это оборудование, перекрестись, сядь и сфотографируйся, и не бойся. Участь боязливый в гиене огненной. Сатану, не там. Ищите его в себе, не грешите, это никакой не грех. Грех отречения от Христа. Отречение от Христа, грех. Об этом в Евангелии говорится. Это никакое не отречение. Мы вообще не знаем, как будет действовать сатана. У сатаны очень много... Да, знаем. Мы никак не знаем. Он очень много... У него очень много путей. Он сказал, нам не безызвестны умыслы сатаны. А вам все в темноте, все, где вот что-то вот собрались. Дух один слепил опять. Марина, город, да? Железногорск? Железногорск город? Зеленогорск. Благодатская тоже уже руки подняла, панику вызвала. Сережа! Игнатий Тихонович, у меня еще такой вопрос. Вот, значит, нам в школе, вот у нас было собрание, значит, 3 недели назад. И, значит, и нам официально еще, значит, классные руководители объявили, что с нового года, по всей вероятности, наверное, с марта месяца, значит, они будут уже отменять денежную массу.
Сейчас всем детям вручают карточки, то есть уже всем раздали, всем абсолютно. Значит, ну, естественно, я, конечно, не взяла, я отказалась, то есть у меня заявление написано. Значит, значит денежная масса будет вообще, она изыматься. То есть денег как таковых не будет, но об этом же все ясно и прекрасно все об этом говорится, и к этому как надо относиться? Вы когда вопрос... Ну, не просто... Говорите. Понимаете, если кто принимает карточку, он не агитирует за это. И заметьте, те, которые не принимают, они в бешеный экстаз впадают. Кто верит, что Земля земной шар, они это не доказывают. А кто верит, что она как столешница ровная, они прям умирают, чтобы все это приняли. Вот кому надо, чтобы Славик там Щебаркульский был пророком, мальчишка, они из себя выходят. Прям проклинают, кто не верит. А кто не верит, я его знать не знаю, ничего. Вы отсюда, поймите, вы стоите не на спокойствии берег, Ян Златоуст говорит. Он говорит, вы уже знаете, одно знаете, написано, кто не примет, не продать, не купить. Да. Вот и все. А вы как продавали, так и покупали. Что вы безумствуете этими словами-то? Мы никого не судим. Священное начало Московской патриархии в лице самых лучших представителей ее уже давным-давно вынесли вопрос, принимаешь ты, не принимаешь реакции, чтобы соседа не было на тебя. Не принимаешь, это твой выбор. И ты считаешь, что начертание есть, а антихриста еще и близко нету. Еще это стоит, это аль-аях там это стоит, ничего не собьют пока. Подождите, только факел начинает разгораться в Иерусалиме. Пока Александр! Вы сейчас заботитесь о том, какая будет карточка, что дадут. Спрашивают ли при выдаче ее, веришь ли ты во Христа? Нет, все. Остальное не имеет. На чем они ее сделают? На золотом диске или где? Но вас уже не убедишь. Если эта ложь подошла, потому что загрузить ум другим, бояться не анти и Христа. Нам бояться только Бога заповедано. И написано, кто отлучит нас от любви Божьей. Скорбь, теснота, высота. Настоящее будет. Ничто не отлучит. А здесь уже все. Кто приняли, они сразу на них смотрят. Вот сейчас это не просто так. Вот даже если кто-то принимает, молиться с ними нельзя. То есть вы с нами молиться не будете. Если к нам приезжает митрополит, уже заявил, что молиться не буду приходить. За этим целая сеть идет. Это сатана этого и ждал. Ничего еще нету, не страдали. Вас не давили, не маяли. А вы уже себя во главу ставите, кажется, пуп земли. А вот если дадут, а это вот то-то, то-то, в отдельный кабинет снимают. Это видно, люди необразованные, допустили духа лжи. Тут вам доказать ничего нельзя. А вы знаете, как вам легко подходит? Псалтырь Богородицы вы сразу схватили. Когда уже ясно дело, что прямо антихристовы слова говорят, вместо Христа Богородицу поставили. Одного Бога недостаточно. Переделали псалтырь. Я вам говорил, вы увлекаетесь и впадете в такую яму, откуда вас никто не вытащит. А вы похожи здесь. И все время в интернете ищут, а кто не принял, а кто сказал против. А вот там игла на сны. Бабка Аграфена видела сон, другой видел сон. И к митрополиту Виталию один подошел, там сказал, тоже сон видел, старообрядец. Где-то там, в Монреале, видел сон, старообрядец, какой никакого отношения к нам не имеет. Вы маленько-то посмотрите, чем вас сатана загрузил. Вы работаете над собою. У вас рядом подрастает тот, за которого вы будете отвечать. Вам думать ни о чем не надо, с утра до вечера только молись. Вот мы только сейчас сказали, ну вот сейчас позвонили нам, мы сразу устремились на молитву, все, бросили мгновенно, начали молиться. Только закончили, батюшка звонит, Любу Минаеву увезли, мы сразу все закончили. Сразу скорее опять на молитву. И ночью и днем звонят, только легли спать, звонят. Там повезли в роддом, у другой мальчишка заболел. Это Бог делает. Вы не заняты, вас не загрузил Господь, а загружает другая какая-то темная сила. Если вы пожелали не принимать, не принимайте. Я никого не агитирую, ни туда, ни сюда. Разницы нет, поэтому мне все равно. Вы будете все время доказывать, нельзя погибли, нельзя погибли. Но будете жить в доме, который уже под номером стоит. Вы даже этого не знаете. Вы спите, где там все уже зафиксировано. Но никакого отношения к отрещению это не имеет. Вот на нас вышел один и говорит, а вы где живете? Я говорю, Барнаул. А какая улица? Я говорю, Ползунов, дом такой-то. Он сразу расчахнул и мне высылает. Вот ваш дом. Это все уже размерено до 1 метра. Подметками. Никакое ИНН, я повторяю, никакое.
тебя от Бога не отлучит. Но если можешь, упрись, но знай, что за этим будет. Не продать, не купить, только об имуществе, а не о хлебе говорится. Дом ты не оформишь. Маленький пример. Меня спрашивают, он звонит с Москвы, там на Берсеневке храм Николы Чудотворца, 200 метров от храма Христа Спасителя, игумен Сахаров Кирилл. Что делать? Прям наседают принять ИНН. Она не единственный храм в Москве, который не принял. Он в патриархии московской. Я что могу сказать? Отец Кирилл, вы даете нам пример стойкости. Вас нигде не трогают, а тут трогают. Упритесь, подержитесь еще. Если нет, значит, тогда примите. Никакой беды нету. Это нам момент такой. Я не сам на это напросился. Вот. Меня вызывает ректор в университете и говорит, бизнесмены хотят повысить свой уровень, над ними смеются. Ну, мы подумали, там весь профессорский состав перебрали, никто не берется. И потом кто-то сказал про вас, у меня вызвал. Вы будете? Я говорю, да у меня вызывания-то никакого нету. Ну, я провел у них два урока по два часа. Меня вызывают. Такую сумму начислили, я говорю, да это не мои деньги, я никогда не беру. Я в одном университете, я в пяти одновременно преподавал, 18 лет, я ни копейки не получаю. Нет, идите, получите. Я пришел, она деньги выдала. Вот. Я таких денег даже не видал. Я говорю, а как? Ну, профессора дали, чуть ли не лауреат Нобелевской премии. Бизнесменам понравилось. Но это-то не все. Ректор узнал. 18 лет я не получаю. Он подсчитал, там шальная цифра просто идет. 18 лет я веду занятия. Идите, получите. Я пошел, он говорит, ИНН. Я говорю, у меня нету. Я знаю, что везде оно есть, но у меня нету. Ну и как? Я повернулся и пошел. Выиграть процесс, если сейчас подам на них, они дали, я 100% гарантии выиграю. Выиграю, но я не пошел. Это мне тоже пример. Я могу тоже упереться и стать. Я не получил. Я не получил денег, которые я бы купил комбайн Игорю в деревне, о чем я все время ратую. Ну, хватило бы мне 7 миллионов. Понимаете, даже сказать нельзя, что... А, момент, ты хочешь, уперлась, но не считай другие, которые приняли, что согрешили. Это так установило священноначалие Московского Патриархата. Это правильный выход. Он ничего, никакой роли не играет. Удобный счет. Удобно проверять. Намного удобнее. Деньги у тебя не украдут, у тебя карточка, ты еще не понимаешь. Вы со стороны масонов попытайтесь их глазами посмотреть, что они делают. Они делают доброе дело с их стороны, если Бога не учитывать. Маленько-то смотрите. Бороться с этим ты можешь. Тебе дается шанс. Борись, но не кайся. Однако ты будешь лепиться к тем, у которых все это есть, и карточка, и все. Ты думаешь к нам приехать, а у меня карточка. Ты меня уже зазирать будешь. Зазирать. Так за этим-то все не стоит. Теперь, если патриархия получает, батюшка получает, теперь он уже и причащаться не будет. И других так учит. Это бездна адская открывается за этим. Не просто так. Сатана просто так не загружает. Если он загружает, один коготок увяз, все птицы пропасть. И пока еще нет антихриста, а его нету. Из правительства был только один человек советского, который хотел быть антихристом. Он подошел к матери и говорит, мама, а ты как меня родила? Он говорит, ну как, ну что за вопрос, сынок? Ну, может быть, ты от блуда нажила меня? Да нет. Коля отошел, Коля звать его, это Николай Иванович Бухарин. Он хотел быть антихристом, но другой антихрист поглотил его, Сталин расстрелял его. Вы маленько посмотрите, в природе это было. Просто так быть антихристом? Нет. Его выбирают там, они первосвященника уже выбрали, иудеи, вот-вот сметут эту мечеть, а они сделают свое дело. Но впоследствии он на них поднимет гонение. Вот где надо жалеть сейчас. И сегодня вот мессианские иудеи, это самое заблудшее. Ни один сектант с ними не сравнится по количеству заблуждений, которые в них есть. И притом не иудеи, большинство русских туда лезет, мессианские иудеи. Вы просто не имеете такой информации, а я переписываюсь с евреями и прочее. Успокойтесь, никакой роли не играет. Но если ты примешь, ты для меня по-прежнему моя дорогая и близкая сестра. Ну, для себя я буду знать, что ты увлеченная, такая активная и пошла не туда. Никакой роли не играет. Когда будет делать начертание, первое... Ладно, ну ты же не скажешь, что ты будешь спорить с Ефремом Сириным. Иринеем Леонтьевым. Они говорят, это полное, абсолютное признание его за Бога. Сядет как Бог. А его даже нету еще. И тогда этим начертанием он пометит своих людей. Поставьте знак. Когда скажешь, Христос, который пришел, рожден на Деву Марии, это обманщик был.
Его распяли правильно. Ты должна будешь особый чин отречения сделать. Ничего этого не было. Что вы делаете-то? Я молчу, потому что я молюсь и спрашиваю Бога, можно ли с этим человеком говорить. И вижу стена. Я молюсь только об одном. Изгони из этого человека духа лжи. У него везде ложь и ложь и ложь. Все сны, все будет собирать. Хороший. А раз хороший, тем более сатана грабит. Златоуст говорит, пираты грабят корабль, нагруженный добром, а не соломой. Когда человек много делает добрых дел, тогда он все особенно лютует. И втыкает ему эту говорит, черную занозу в мозги. Успокойся. Хочешь принимать, принимай. Никакой роли это не играет, но ты будешь отщепенцем для своих. У вас маленький кружок, 10 человек, я тоже не принял. А что, теперь уже не поминающий патриарха, а мы его поминаем. Каждый день и ночью молимся о нем. Ты правителя поминать не будешь, он антихрист. Сатаной будешь называть и папу римского. За этим стоит слишком много. Патриарх подошел под благословение патриарху, этому папе Франциску. И сразу заголовок, два беса встретились. Это значит, человек уже в провале адском находимся. Какой бес? Это благословенный, поставленный от Бога. Он где-то неправильно делает. Неправильно всегда было. Ты почитай пророков, как они громили израильский народ. Сравнивают с блудницей, которая под ветвистым деревом перед всеми мимоходящими широко раскидывала ноги. Ничего не понятно, чем она занималась. Читай Иезекииля. И несмотря на это, Господь пришел туда. Я послан к погибшим сынам Израиля. Они погибшие. Погибшим овцам Израиля. Это скотомогильник. Вот тут и трудись. Тут и попчи. А где вы там, я знаю, которые не приняли паспорта, даже наши знакомые, они мучаются сейчас. Они нигде не принимают. В церковь заходить нельзя, там антихрист. То есть здесь клевета идет космического масштаба за этим. Я обязан вам это сказать. Больше говорить не желаю. Давайте на другую тему прикинь. Все, вопрос закрытый. Марина, спорит, кто ничего не знает. А кто нет, знает, нет, я не спорю, я просто хочу спросить. То есть... Вот эти документы, которые мы принимаем, если мы сердцем не принимаем, то мы можем как бы их ну, брать и спокойно как бы ими пользоваться. Я так понимаю. Да что значит сердце? Рукой принимают. Рукой. Какое сердце? Тут сердце не надо. Не... Ты можешь глаза завязать, уши заткнуть и сказать, принимай, давай, расписалось, что тебе дали там, заплати там 20 рублей, сколько требуется. Какое сердце-то? Сердцем принять ты должна антихриста, который придет, и его ждут они. И он воцарится сначала в Иерусалимском храме. И будет как Бог, выдавая себя за Бога. За Бога. Ну нет таких людей на земле сегодня. Вы еще придумываете. Это просто спасибо, как будто у вас какой-то колотушкой по башке сзади стукнули и пыльным мешком накрыли. И... Спасибо Христу, Игнатий Тихонович. Ну, мне обидно, говорит. Агафьи Лыковой спросили, когда придет антихрист? Она сказала, антихрист уже пришел, ну где нет любви, там и антихрист. А еще вот эти документы, может быть, будет заменить там бумажными или как вот, может быть. Надежда, я приехал когда в Пензу, и, ну, несколько встреч провел там с баптистами, они сразу провозгласили, баптисты это не какие-то отсталые люди-то. И говорит, к нам явился пророк Илия. Я уже был в этой роли-то. Я сразу же попросил собраться и стал им открывать истину дальше. Они сказали, это гнилое бревно. Вот и все. Или я и гнилое бревно, не похожие. А я ни то, ни другое. Я просто, ну, сколько знал, только и сказал. Когда по тебе это проедется колесница, ты будешь знать. Многие придут под именем его, иной придет, иной с большой буквы, его примут. Он не пришел, его нет, и поэтому никакой печати говорить даже не надо. Притом этих людей переубедить невозможно. А почему? Ожесточившийся брат, как неприступная крепость. Там гарнизон сатаны сидит в этих людях. Гарнизон дьявола. Пока я за человека молюсь, и все время изгони демона из него, изгони этого злого лживого духа. Тогда откроется дверь, он примет. И при том люди, которые это делают, хорошие люди-то все. И не шпана уличная. Вот так. Вопросы? Человек Василий хочет это, Надежда. Василий там Лапкин, да, что ли, или кто? Задавай, Василий. Добрый день. Добрый день. Не задать хотел, а немножко
добавить по этому, что вот Игнатий Тихонович раскрывал. Вот я хотел сказать, все же принимают из нас бумагу. Ну, бумагу, мы пользуемся бумагой. Вот, а чип принимать не хотят. А аудиобиблию вы, пожалуйста, слушаете на чипе без проблем. А на паспорте чип стоит, в котором в чипе записаны наши отпечатки пальцев. Ну, это фотографии наших пальцев. Написано 3D изображение, ну, как бы сказать, с 10 сторон сфотовано наше лицо там и так далее. Фото нашего даже ДНК, пусть это всего лишь фото, информация о нас. Нам, мы христиане, нам нечего скрывать. Нас сфотографировали со всех сторон, да, пожалуйста, фотографируйте. Ну, представьте, если это на бумаге, одна только фотография, будет 10 фотографий, все. Это просто записано на флешку. Что вы так боитесь? Вы же флешками пользуетесь, фотоаппарат вставляете в флешку, в телефоне флешка. Это просто формат записи. В книге, в Библии, все. Ну, есть крупная Библия, есть маленькая, есть на флешке вся Библия. И прямо из этого сделали такую... Я хочу сказать, что... Василий, даже... Да я добавлю к этому вот еще что. Люди говорят, вот куда смотрит полиция, милиция? Тут воруют, там убили, никого не могут найти и даже знают кто. А когда во всех параметрах, вот идут люди, тысячи человек, а там аппаратура, и она его по всем параметрам, сколько у него здесь от глаза до носа треугольник до лба, аппаратура его высчитывает, и уже на пути его ждут и ловят. Так вы же, которые хотите, чтобы воров не было, вы сами призываете, чтобы люди трудились, искали этот способ найти их. Что вы делаете-то? Наоборот, радуйся, что его поймали. Ты можешь спокойно спать. Если я думаю, что по-настоящему боятся чипов, либо те, которые вообще ничего не понимают, ну как таких называют мраковесами, или тем, кому есть чего скрывать, там украл что-то, убил кого-то или еще что-то. Ну вот, вот это просто хотел добавить, что ну мы же вот сейчас по скайпу разговариваем, да нас уже 1000 раз со всех сторон сняли и записали. А этого не боитесь. А паспорт, в котором чип стоит, у меня мама вчера такой получила. Там в чипе это просто флешка. Там ничего такого нету, никакого начертания. Начертание вас спросят, отрекаешься ли от Христа, или считаешь ли Антихриста за Бога. А там ну просто информация о нас. Вот испугались. Да компьютер, по которому мы с вами разговариваем, в нем уже 100 тысяч раз таких флешек, сколько вот, ну, сколько в одном паспорте. Чего бояться, я не знаю, не надо придумывать. Спаси Христос, извините. Все до одного телефонного разговора у нас в России официально фиксируются. И теперь хранят их всего 5 лет, а раньше было бессрочно. Через 5 лет могут стереть, вот они говорят. И ничего в этом нет, ты говори хорошее, они будут слушать и обратятся к Богу. Проповедуй по телефону-то. А то часами висят, я еще раз повторю, на телефоном говорить не чаще 5 раз в день и не больше, чем по 2 минуты. Потом это мозги спекает, они боятся всего. У меня вопрос к Марине, можно? Что это такие за старцы, такие великие старцы, которым не все открыто? Вот это вы там говорили, что вот есть старцы, которые... Что это за такое новость такая? Вот это мне интересно. Ага, Сергей, значит, ну вот, допустим, возьмем Никона Воробьева, да? Вот, допустим, он писал, что, значит, ИНН уже не надо было принимать. Я вот к этому иду. Не, все от этого, понимаешь? И так другие, допустим, вот он точно гарантированно великий старец, которому я считаю. Я считаю его, да. О, как. Я его считаю, да. Понятно. Человеку свойственно заблуждаться даже старому. Поэтому не надо к этому так. Если он старый, значит он уже... В каких-то вещах... Нет, для меня просто новости, Ирония, что такое старцы и великие старцы сейчас. Ирония Мухинский, по-моему, он там, так, значит, Сережа, да, тоже читала его, там тоже отхожу, говорил. Отхожу, у меня разговоры, на очереди разговоры сейчас это по скайпу будут. Отпусти меня, пожалуйста. Включаю. Давай.